Всем привет! Мы собрались на море, на базу отдыха, ждем Олю. Должна за нами заехать. Чарли Гнас! Еще раз. Раз, два, три. Вот, видишь ты самолет, Вова? Николаевку летит к твоим друзьям. Это Виталий Шабанов садится. Всем привет! Вы на канале Вовчик и Стасик. И сегодня Вовчик и Стасик едут на отдыхательную базу. И будут там отдыхать, потому что они очень устали, очень много работали. Альберт спит. Наши худышки. Бассейн подогревается, вода теплая. Приехали. Погода здесь плохая, везде солнце, жара, а здесь пасмурно. Бассейн был прохлорирован, только недавно его открыли, дети радостные, все побежали в бассейн купаться. А мы раскладываем вещи, сейчас будем кушать, кормить детей. Потом покажу второй этаж. А, ну давайте сразу покажу второй этаж. Так, вот есть лестница, там бассейн, поднимаемся. Здесь номер, заходим. Ванна, туалет, умывальник, кровать не спальная, там кухня, веранда, шкафчик, а второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Вот так. Здесь кровать, окно. Так, сейчас покажу тетёный номер. Лес. Тетёли номер тоже все валяется, бардак. Такой же. А мы начинаем. Давай. Сейчас такой весь бассейн. Все, мы начинаем обедать. Дети накупались, начинают кушать. Альберт, привет. Дядя Стасик, привет. Дядя Вова, привет. Дядя Сережа, привет. Тетя Катя, привет. Дядя Ира, привет. Дядя Ира, привет. Бабушка Ира. Дедушка Ива, привет. Альберт готовит и надевает очки. Подплывает под посадкой и потом и будет плавать под. Чокер. Нету нигде, ни поблизости нету, да? Ну, ладно, спасибо.
Нет, Оля, слышала? Да, ты же дома, ты нормально стоишь? Нет, ты этот, надо у Наски узнать номер телефона, который сдает кальян. Завтра поедешь? А скажи, мам, там забери посылку. Нет, ты позови, скажи, мама, у меня есть к тебе одна просьба. Да, это уши тоже какая-то тоже школа, наверное. Молодцы такие, это ж так тяжело, девочка. На японском. В автомобиле. The Headers в рамках серии мероприятий Life and Drive. Dress out, please. Это задний двор, у нас так выглядит. Солнце только встает.
сегодня солнышко, целый день там. Доброе утро! Завтракать будем? Вон бабуська. Бабуську купаться зовите. Делай еще раз. Сейчас покажу, как они купаются. Уже 2 часа там они сидят, не вылазят в бассейне. Вова только один вышел. Сережа! Сережа! Будем делать на углях. Какой-то каменный этот скалистый берег. Прикольно. Пришли на базу и опять дети в бассейне. И так целый день в бассейне. А это Оля, конечно же, поймала, наловила себе. Сейчас заправим, будем кушать. Кстати, вкусный получился. Свежак. Правильно.
Дети, конечно же, опять в бассейне атакуют касатку. Эта касатка у нас лет 5 валялась на мансарде. Сейчас атакуют. И ночью купаются. И днем, и утром, и вечером. Бассейн теплый, такая вода приятная. Фишка этой базы отдыха, конечно, бассейн с теплой водой. Инстаграм этой базы отдыха оставлю под этим видео в описании. Спасибо за просмотр. Пока-пока.